Драконополис – это домашний печатный квест для подростков с поисками подарков или сладостей. Это игра с головоломками, которые вы распечатаете и спрячете дома по нашей подробной инструкции, а в финале приготовите сюрприз для детей. По легенде квеста, дракончики, брат и сестра, Данис и Дарина переехали в город Драконополис и пошли в новую школу. И, конечно, им хочется скорее там адаптироваться и завести новых друзей. И вот ребята должны пройти квест, чтобы узнать, как у них все получится. Угодить подросткам не просто, поэтому мы взяли актуальные для них проблемы и нарисовали современных крашей персонажей, которые говорят на понятном подросткам языке. И задания на карточках тоже связаны с тем, что любят делать подростки: чатиться, фоткаться, болтать, гулять, общаться с друзьями. А еще фишка этого квеста в том, что здесь нет никаких длинных унылых буквенных заданий, а еще и они все озвучены, то есть диалоги между героями на каждой карточке. Нужно отсканировать QR-код камеры телефона и послушать диалог. Если у вас не будет интернета в процессе прохождения, можно заранее скачать их из личного кабинета на сайте Questix. Данис, ты же вроде спортивный парень. Будешь играть в школьной команде по драконополу? Правила игры несложные. Команды стараются хвостом забить мяч в кольцо. Я очень хочу попробовать. Спасибо, тренер. Квест интересно играть как одному, так и компанией, но лучше до 8 человек, чтобы все смогли поразгадывать. Подготовить квест легко и быстро. Вам понадобится принтер, бумага и ваш подарок или сладости для финала квеста. Распечатайте карточки на цветном или черно-белом принтере, они одинаково хорошо смотрятся и в том, и в другом варианте. Разложите их по нашей инструкции по тайникам дома. Тайники самые простые, которые есть в каждом доме. Одеяло, холод, хлеб, кто-то взрослый, зонт и другие. А финальный тайник вы выбираете сами и особым образом зашифруете его на последней карточке. Вручите игрокам в руки первую карточку или оставьте ее на видном месте. Игра началась. Все, ваше участие больше не понадобится, потому что квест проводит себя сам. Ребята будут бегать, искать подсказки, решать задания и найдут в финале свои подарки. Покупайте квест в один клик на сайте Questix. С нами быть хорошим родителем легко.